вам торжественно вручить вашу дочь. В семье Филипповых пополнение. Поздравить счастливых родителей пришли сотрудники ЗАГСа и библиотеки. Выписка малышки из роддома сопровождалась торжественной регистрацией. Организовать ее возможно по желанию родителей. В городе такой формат только набирает популярность. Мы рады каждую семью поздравить и надеемся, что, наверное, желающих провести торжественную регистрацию рождения своих детей войдет в традицию, наверное, граждан нашего города. Сотрудники ЗАГСа вручили свидетельство о рождении и поздравили семью Филипповых с пополнением. Малышку назвали Вероника. Прозвучали теплые пожелания. Сотрудники ЗАГСа рассказали о значении имени. Библиотека города не осталась в стороне. Веронике и ее родителям подарили бессрочный читательский билет и энциклопедию с напутствием маме прочитать вместе. Спасибо, что вы пригласили. Семье Филипповых также вручили комплект детских принадлежностей. Подарок малышу Ямала. В боксе все самое необходимое для первых дней жизни. Подгузники, ползунки, пеленки, одеяло и многое другое. Если федеральный перечень вещей состоит из 12 предметов, то на Ямале по инициативе губернатора список расширен до 44. Единственное условие для получения – прописка одного из родителей в регионе. От департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и от нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова. Родители с радостью приняли подарок. Старшая дочка Филипповых удивляется, как они унесут такую большую коробку. Но акушерка успокаивает. Папа у вас сильный, унесет. Пока маленькую Веронику готовят к путешествию домой, папа делится впечатлениями. По его словам, все подарки очень пригодятся в первый год жизни. Спасибо, что организовали все. Был очень доволен, счастлив. Наверное, моя семья запомнит это на всю жизнь. Зинаида Тупикова, Михаил Марков, новости Губкинского.